Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзук, и сегодня вместе с вами мы попробуем новую экшен игру для консоли PlayStation 4, которая называется Extinction. Переводится, наверное, как вырождение или что-то типа того, либо истребление. Как мне кажется, эта игра копирует, возможно, механику другой известной игры, Атака Титанов называется. Мне кажется, очень похоже частично, но... Я сам в Атаку Титанов не играл, но так немножко видел. Их уже две части. Вторая выходит, по-моему, скоро тоже. Игра на мотивам аниме сделана. Где ты бегаешь там по локациям, уничтожаешь огромных таких вот титанов здоровых. Вот и здесь мне кажется, что-то похоже, но, возможно, игра отличается. То есть, если, ребята, вы сами лично играли, мне будет интересно ваше мнение потом послушать, когда вы этот ролик посмотрите. Действительно ли это прям копирка с нее, или все-таки эта игра как-то отличается кардинально. Так, ну, в общем, давайте сразу начинать будем. Или подожди, давайте, наверное, может быть, я не знаю, музычку убавим на всякий случай. Кто знает, вдруг она сильно будет орать. И давайте начинать. Есть разные режимы тут какие-то у нас. Длинные челленджи, рождение, скирмиш. В общем, я еще ничего не пробовал, не знаю. Мы попробуем режим кампании, посмотрим начало этой игры и увидим, понравится она вам, не понравится. Так, глава 1, часть 1, враг у ворот называется. Давайте запускаем. Тут сразу написано цели, спасти 15 гражданских и бонус убить 6 джекалс, а что же, шакалы, спасти... Гражданский на крыше. Завершить миссию за 5 минут. Давайте попробуем. Старт миссион. У меня английская версия игры. Я не знаю, если выходила ли она на русском. Если что, вы покупаете на PlayStation, можете зайти в магазин. Там обычно языки внизу прописаны. У меня просто американская версия, ребят. Поэтому все на английском. Насчет локализации я, к сожалению, не в курсе. As children, we were told that our world once had heroes. Fairy tales to inspire hope in a world with none. As far back as anyone could remember, mankind had been at war with itself. Orphaned, like so many, I survived by the sword and my wits. Neither of which kept me from being sent to a labor camp. It would have been a death sentence had I not made a friend. Avil kept me safe, and I kept him sane. And together, we would change the course of history. Ну, короче, в заключение она встретила какого-то друга, и вместе они изменят ход истории, что-то типа того. Ха. Ладно, давайте начинать. Вот. Ну, такая. Движок Unreal Engine 4, ребят. Yes. I've almost reached the village of Tablis. You were right, Sandra. This place is completely untouched by the invasion. Have you made contact with the royal army? No, and I'm not exactly... I'm sure they can be seduced by your charms. I was joking. Я так полагаю, что их тут два персонажа, ну то есть нам показывают только одного, кем мы управляем, да? Давайте, ладно, будем проскипывать эти диалоги. The jackals are hunting down civilians. Use your basic attacks to slay them before they slaughter the villagers. Jackals, great work. Now charge the crystal to activate the portal and rescue the civilian. Так, нужно зарядить кристалл и, короче, чтобы спасти этих самых, да? Активировать портал и спасти мирное население. I don't understand what's happening. What are those things? Я не понимаю, что происходит, что эти за штуки, кто ты? Меня зовут Авил. I am here to ready your people for war.
Я здесь, чтобы приготовить вас, ваших людей, к войне. Я не знаю ничего о войне с монстрами. В общем, мы должны быть спасти тысячи людей. Take this gemstone and personally see that your king receives it. And when he does, tell him to speak my name into the stone. Так, еще уроды понаскакали. The enemy has started killing civilians. Avil, you must act quickly. Быстрее, спасай мирных жителей. Так, ты че? Great work, Avil. Keep it up. Так, ну давайте. Захватываем следующий кристалл. Портал. Тут еще, смотрите, идет вверху процент разрушения города, я так понял. То есть, если город разрушит, то мы проиграем, да? Так, а почему? Что у нас... не активируется этот портал-то? Умерли, что ли, все? Some people have climbed onto their rooftops to hide from those monsters. Too bad I'm not much of a climber myself. If I jump onto the... Так, ладно. Про людей на крыше говорят. Сейчас пойдем их спасать. Кровища такая. Так, мы убили шестерых этих. Давайте людей на крышах спасать. Так, он у нас может как Человек-паук по крышам, кстати, носиться. Так, давайте, тут еще один. Какие-то орки на вид, я не знаю, почему их джакалы называют. Похоже на орков. Что там осталось-то у нас? А, вот. God save the sentinels! Thank you! О, тут трое, да? Ты куда несешься, тварь такая? И сюда. Ты вот по деревьям. Я помню, что в атаке титанов вроде тоже можно вот так вот летать по деревьям. Что-то прям напоминает. Ну, в общем, не знаю, ребят, кто играл, напишите в комментариях, похоже ли. Или сильно похоже, или не сильно. Может, просто мне так кажется. Good to see my portals are holding up. Так, нам нужно 15 человек спасти. А где они все-то? Что-то я больше не вижу никого. Нам же должны подсветить или чего? А, вон там, там что-то. Впереди. За 100 метров. Куда там бежать-то? Что-то пройти не можешь у нас? Так, вон, вон они где-то там. Avil, it's no use. The jackals have overrun Tabis. Че, вы проиграли, что ли? Смотрите, ребят, я проиграл, представляете? Вроде ничего такого, как бы, ну, то есть, бегал, все делал, и не, в тот момент не успел. Где-то вдали появился значок. Так, как-то странная игра сделана. Ну ладно, давайте дальше пробовать это. Первый раз играем, так что, я думаю, мы разберемся, все это сделаем. Может, надо было туда раньше идти, в это место, а потом уже в ближнюю, в дальнюю часть города, не знаю. Сейчас посмотрим. Попытаемся все-таки как-то это преодолеть. Так, это мы уже все видели. Это мы все видели. И вот так все заново, все заставки, все это, да? Блин. Давайте мы все это проскипаем вот так вот быстренько. И попробуем по-пырому освободить этих людей. Эти джакалы мне напоминают кого-то из Марвела, типа зеленого гоблина какого-то, я не знаю, смесь зеленого гоблина с Веномом. Да хватит базарить. Погнали дальше.
И ведь какой-то трофей я успел схватить, прежде чем проиграть. Давай. Ты готов, нет? The citizens of Delorum are lucky to have you, Avil. Самое главное, то мы-то самого главного фишки-то этой игры еще не видели. Это вступление, тут даже нет еще великанов. Мы же тут великанов мочить должны. По идее, а мы до них даже еще не дошли. If you're ever lost, you can review your objectives at any time. Так. Blessed be Delorum! I am saved! Рано радуешься, чувак. Я сейчас могу еще и убить. Some people have climbed onto their rooftops. Так, мы знаем уже, хватит. Thank goodness someone's come to help me. I climbed up here to try. Вот здесь я просто раз кого-то не спас, по-моему. Живучие эти твари. Тут сразу трое. Я тут, по-моему, как раз не спас. Где там у нас люди еще остались? Так, сзади. Спереди. Давайте быстрее, быстрее, все в портал. Вверху, что ли? А вот. Вот трое тоже, смотрите. Все, спасли на этот раз нормально. 15 человек. Avil, congratulations. You're still alive. Ты все еще жив, я понял. It isn't. I know how you feel. Так, ладно, давайте вот это все. Эти все базары. Эти все базары, мне, например, какой-то мобильный гейминг, и вот эти вот, вот сейчас, вот эти вот заставочки, вот эти вот сейчас звездочки, создают впечатление, что ты что-то в мобильное играешь. Обычно всегда вот так вот все вот вылетают эти. Так, у нас скилл открыт. Используй SP to purchase new skills. Что такое SP? Или это валюта так называется? Потому что SP это какая-то кнопка, но у нас только кнопки нет. Новый скилл открыт. Ну, много скиллов мы пооткрывали. А где мы сейчас их покупать-то будем? Так. А, R1 скиллы, да? Вот у нас вторая часть начинается, и тут вот скиллы какие-то открываются. И что мы можем купить? Максимум апгрейд. R1. Это типа хлыст, да, короче, мы откроем. А как его? Unlock to upgrade Avil's abilities. А, нет, это открыто. Вот эти закрытые, да, у нас? Вот, 500 SP. Здоровье, ну давайте. Типа у нас здоровье, да? Уровень 1 здоровится. Такая игрушка с вкачиванием, да? А спасание этих людей на 20% быстрее. Ну, давайте. Кстати, возможно, интересно будет это дело проходить. Так, все, вроде больше тут ничего мы не можем сейчас сделать. Давайте следующее задание. Старт миссион. Гнев титанов называется вторая миссия. Давайте посмотрим. Надеюсь, она будет интересная. Ну, нам пока просто основные механики объясняют. Так, по-моему, мы будем спасать, спасать, спасать. Потом здоровых каких-то этих товарищей мочить. Вот. Насколько это все будет интересно, пока сложно сказать. Ты можешь играть в различные миссии каждый день в Daily Challenge. Ну, понятно. Такое, типа, дрочево небольшое. Ну, ладно. Сейчас увидим. Так, уничтожить доспех, убить. Так, погнали.
Executing Raveni requires rune energy. Charge your rune energy by killing jackals and rescuing civilians. А, то есть мы накапливаем энергию, как пока уничтожаем вот этих всех уродов и спасаем мирных жителей. У нас полоска энергии заряжается, да? Потом она нам пригодится, чтобы валить главных товарищей-то, да? Надо восьмерых завалить этих килджеков. You made quick work of that one. Keep it going. Civilians are dying. Блин, убили мирного жителя, ублюдки. Печально. You saved the right man. I am a spice trader. I need... Продавца, торговца какого-то пряностями, да? Мы спасли. Такое очень быстрое управление в игре, это прям кавер туда-сюда носится. Так, нам бы этого товарища спасти бы. Так, этих мы необходимое количество убили. Сколько людей нам спасти? Так, давай. Что это за башня? Наблюдательная башня, чтобы смотреть на угрозы снаружи. Сейчас мы спасем еще людей. Так, нам нужно на башню забраться, да? Вот на эту. Тут такие-то постройки, но он просто по стене залезает, как человек-паук, ему, короче, пофигу. Так, ну что мы должны увидеть? Ага, вот еще порталы, где находится, можно увидеть. Убедить Рейвена. Задание. Avil, get after that Raveni before he starts destroying the town. Так, и как мы это сделаем? Мы должны его побить, прежде чем он уничтожит город. Так, ну погнали. Так, где там? Тут все рушат, короче. Avil, you remember how this works. Ты помнишь, как это работает? Держи удар рун и целься, да? Держи L2 и отпусти, чтобы ударить. Замедляется время. Ну-ка. Great job, Avil. Removing a Raveni's armor and severing its limbs also charges your rune energy. Короче, вот эту энергию мы тратим, и you will be able to execute the Raveni. Нужно, короче, ему now, конечности отсекать. Strike, just below the Raveni's knee to sever its leg. Много ему. Now finish. Climb to the base of the Raveni's skull. The ogre's neck will glow when you can target it for your rune strike. Так, мы теперь должны ему шею, да? На шею. Забраться. Ай, мы в подмышку попали, в потную. А! Управление, дерьмо какое-то. А, воу-воу-воу-воу-воу. Ну как? Почему он... What the fuck, а? Ну, может, по спине лучше. Severing a Raveni's limb will only hinder them momentarily. After a short time, the Raveni will regenerate its severed limbs. Avil, your rune energy is fully charged. Quickly get to the base of the Raveni's neck. Так, отрубили. Не очень удобное управление, ребят. Тем более тебя постоянно торопят, торопят туда-сюда, короче, блин. It's a drop in the ocean. If we don't begin coordinating our efforts with the royal... Ну так заставочки-то все стильно сделаны, менюшечки стильно сделаны. А, дестрой 2 армор. Нужно было 2 доспеха уничтожить. Я только одну ногу ему разбил. Надо было обе разбить, да? Надо бы звезду дали. В общем, надо всякие тут миссии тут побочные смотреть, выполнять.
Так, ну что, сейчас будет у нас стальной гигант. Смотрите, следующая миссия. Уничтожить 4 доспеха желательно. Убить с двумя ногами Равенни. За 6 минут желательно пройти. Так, ну что, мы еще можем что-то качнуть? Так, а здоровье можно еще подкачать себе? Пускай будет. А тут что-то еще какие-то, да, перки есть? Открывается в компании. Так, ну давайте посмотрим. Третья миссия, ребята. Что нас там ждет? А вдруг что-то интересное? То есть это так еще, да, фигня. Самое начало. Ничего такого особенного. Так, потренировались, первого урка замочили. Сейчас дальше-то все самое такое, что начинаться будет, да? Окей. Загрузки, конечно, долгие в игре. Ну, что-то вот замечал, что Unreal Engine 4 что-то долго грузится. Уже сколько лет этому движку, сколько игр на нем делают, но что-то. Avil, you've arrived just in time. The first of the Ravenia already approaching. Ну, я не понимаю, что она говорит, поэтому будем скипать. Kind of тяжелые доспехи у него. Ты уверен, что сможешь с этим разобраться? You worry about getting your crystals to the surrounding town, Sandra. I'll worry about the Ravenny. Так, я что-то не понял. А что тут? Не надо теперь никого спасать. Executing Ravenny requires rune energy. Charge your rune energy by killing jackals and rescuing civilians. А где мирные жители? Ага, появились мирные жители. Сейчас попробуем, ребята. Блин, только что же где-то. А, вон они. Мирные жители. Блин, сейчас переубивают. Быстрее. Мы совсем мало энергии получили с этого. Что мы можем сделать? Мы можем уже? Замок какой-то, смотрите. Так, о, сбили мы его, смотрите, замок. Сбили броню со второго удара только где-то. Мы его сбили. А там было задание, по-моему, 4 армы разбить, да, я видел? Ну куда тут отпрыгиваешь каждый раз после удара? Блин, что происходит, блин? Я вроде целюсь на эту херню. Он меня, ребят, расплющил. Я вроде целюсь на замок, он краснеет, я отпускаю кнопку, и он мимо бьет. Что за фигня? Странная тема тут с камерой, как не очень комфортно сделала. А, смотрите, хорошо, что это самое. Все так сохранилось, как и есть. Так, ну рубим. Попробуем сейчас все-таки еще раз злосчастный замок разбомбить. И ногу вторую ему откромсать. Так, давайте посмотрим, что у него тут теперь. С этими руками. А, он меня опять убил. Блин, я хочу обойти его, да, чтобы сбоку, чтобы сбить у него доспех на второй руке. А он мне просто расплющивает и все. Да. Так, а у него и ноги обратно отросли, да? Зашибись. Он где-то ненадолго. Чего? Да вы издеваетесь! Да вы издеваетесь. Чё так меня сильно расплющивают-то сразу же, просто. Я не успеваю ему ноги отрубать. Так, пойдем маленько назад. Вот как-то надо... Вот успеть этот замок гребаный с его... А чё так слабо мы бьём-то? Увернись! Где замок? Так, сбили замок с руки. Может, теперь руку можно будет сбить, да? Одну руку отрубили.
Блин, какая кровожадная игра. Kill Strike. Надо теперь будет с последней руки ему, да, сбить замок этот. Попробуй это еще сделай. Как попасть-то в него? Он около стены стоит. Попробуй попади в этот гребаный замок. Так, еще раз. Так, давай еще раз, чувак, бей. I can sever the Ravenni's limbs if I target their weak points with a rune strike. Сбиваем замок. Severing a Ravenni's limb will only heal them momentarily. After a short time, the Ravenni will regenerate its severed limbs. Так, мы по идее теперь должны где-то тут его, да? У него еще замок этот самый. У него замок еще на шлеме, да? Тут надо срубить нафиг. Эту руку попробуем. Ну, целься-то в эту гребаную руку. Руку отсекли. Теперь надо как-то ему вот это вот. Вот, у него замок, я вижу. А как туда попасть-то? Да елки-палки, да что ты будешь делать, а? Как вообще на этот замок на лбу попасть? Я что-то не понимаю, как мне в него прицелиться-то, елки-палки. Можешь попробовать по спине взобраться, прыгнуть как-то, я не знаю. Да, в принципе, он может это сделать, да? Ну, напряжная игра, ребят, на самом деле. У него все вырастает обратно, капец. Ты рубишь, а у него все заново растет. Давай, руку, руку, руку. Давайте попробуем забраться. И как-то, я не знаю, в прыжке. Да ни хрена не получается. О! Что такое-то? Как же ты бесишь, чувак. Почему он дальше не идет вот туда? Вот я вижу этот замок, ну как его сбить-то? Он не сбивается. Он тупо не сбивается. Просто не могу в него прицелиться. Как кривая система прицеливания в этой игре, пипец. Вот жесть. А чё я руку не могу отрубить его опять? Ну прыгай туда, ну прыгай! Эх! Ну! Жесть. Давай замок этот гребаный сбивать. Чё он удар не активировал у меня? Я бежал, 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 прыгал. И когда я прыгнул, он мне не активировал этот свой удар замедленный. Чё ж за фигня-то? Как это все работает, а? I've got to hit the weak points when they are glowing. Капец какой-то. Очень сложно попасть просто вот это вот управление, ребят. Ну. Замок. О, тварь. Прям бесит, ребят. Бесячая вещь. Просто бесячая. Как-то сделали все очень криво. Не знаю, как там в этой атаке титанов играется, но тут какой-то капец. Ты просто попасть не можешь в эту хрень. Вот он лежит на земле, да, типа, ну, низко. И я не могу
прицелиться вовремя. Так, ну давай, ну давай, ты хоть как-то, ну. Valid rune strike targets will glow when you aim at them. Ладно, ладно, давай. Давай, давай, тварина такая. Ну, замок, ну зам. А давайте ему доспехи ломать. Да, кстати, тут у него еще наплечники. Valid rune strike targets will glow when you aim at them. Так, вот сломали этот самый доспех. Еще бы неплохо сломать ему вот этот второй доспех. По времени мы уже, я так понял, тут все просрали. Все доспехи сломаны. Стал сбушку ему, да, срубить? Попробуй это сделай еще. Так, ладно. Пробуем еще раз. Ну, голова, где ты? Есть! Наконец-то, блин, капец, ребята. Nice work, Avil. These people owe you their lives. This time, Sandra. But what of the next? And the next, without the king's aid, we're relegated to a single. Так, ладно, пропускаем. Ну, играется интересно, но геморрой вот из-за этого камеры этой, блин. Он прям вот вроде ты прицелился на это место, и тут сразу движение какое-то происходит, и все, твой прицел сбивается. Привыкать очень сильно надо, ребят. Так, новые какие-то скиллы опять появляются. Ну, сейчас, я не знаю, глянем, наверное, еще следующую миссию. Но, в принципе, уже понятно, что игра из себя представляет. Вроде интересно и вроде геморройно. Вот как-то вот такое смешанное чувство такие пока что. Так, от деревьев больше отпрыгивать, да, будет он? Давайте просто сейчас глянем, что за следующая миссия. Победить город, да? А, защитить город нужно... Давайте посмотрим, что там сейчас будет. И, может быть, уже потихонечку заканчивать первое знакомство. Вы, ребят, ваше мнение пишите в комментариях. Интересна вам игра, не интересна. Может, захотели бы вы на стримах увидеть продолжение или нет. В общем, нравится, не нравится. В любом случае, свое мнение высказывать, не стесняйтесь. Главное, там, это делать культурно, скажем так. Выражать свои мысли. Как некоторые товарищи, там, без всяких матов и оскорблений и прочего. Так что жду ваше мнение в комментариях. Давайте сейчас еще посмотрим, что там, да как. Ну, как всегда, загрузки пипец. Загрузочки это что-то. Наверное, нас ждет еще более крутой великан. This is King Yero, ruler of Delorum. This is a... Was it my... If you... King... Multnomah. Голос какой знакомый. Это Рейден, ребят. Это актер, который озвучит Рейдена в Mortal Kombat. Просит спасти как можно больше людей. Сейчас попробуем. Another refugee is safe, thanks to you. Блин, а что-то? Ух ты, блин. Что-то этих много расплодилось, орков. А где-то тут... Ох, уже кого-то убили, да? Этих уже убили. Ладно, давайте там спасать. Ой, блин. Ой, блин, ребята, что происходит-то? Use my rune strike on the locks. Ну что ж ты, не успеваешь попасть и все, короче. Вроде оно как бы во время удара... Замаха, да? Ой. Вроде во время замаха у тебя как бы время замедляется, но ты в то же время ни черта не успеваешь сделать.
Как-то они не подрасчитали тут немного с таймингом. Уже этот товарищ город тут разрушает, да? Кавер, надо быстрее его мочить эту. О! Жесть, ребят. Если, ну, как бы, если не торопиться, то он весь город сейчас нафиг разнесет, да? А торопишься и попадаешь ему под руку, короче. Еще герой постоянно прыгает в какую-то не в ту сторону. Так, можно ногу отрезать надо, да, уже? Ну-ка. Блин. Да вот почему ты сбиваешься с прицела? Да что за дерьмо-то, а? Вот замок, давай. На тебе. Наплечник, смотрите, разбили ему. Shield Strike. Где замок-то опять? Я, честно говоря, не понял, что такое Kill Strike, а что с ним делать. Еще бы really hurt. Эй! Скач, ребята, уже скач. Блин, ну почему он не может как-то подлететь к нему нормально, к этому циклопу? Кстати, у него, по-моему, даже, ну, как бы шлема-то нет. Как мне, кстати? Ну давай, замок. Блин, он отступил, тварь. Ай. Опять он. А как же мы будем по нему запрыгивать, то есть, ну, чтобы голову-то ему снести? Наверх, наверх, наверх. Мне кажется, у него как бы же нету. Зашибись, у нас как комара прихлопнул. Ой, блин. Он просто сзади такой раз отмахнулся. Ну. Так, рука, рука, как тебя отсечь? Чтоб ты нас не прихлопнула. Шея засветилась. Что такое-то? Что это было? Ну давай, запрыгивай, запрыгивай, запрыгивай. Есть. Your work here isn't done yet. That Ravenna you just executed wasn't the only one on its way to Multnomah. О-хо-хо, ребятки. Там еще один мощный чувак появился. When you execute a Ravenna, your rune energy will begin to drain. You will need to build it up again. Короче, надо опять крошить мелких уродов, спасать людей. И потом идти опять здорового чувака валить. Да.
It looks like this Ravenny brought along a friend. You'll have to face them both. Два появилось врага? Да вы издеваетесь. Вот это жесть. Ой, блин. Ой, блин, ребят. Slain left and right. Avil, what are you doing? Людей спасать надо. И здоровых мочить. А почему я один все это делаю? Мне кажется, эта игра хорошо бы в кооперативе была. Там один энергию набирает, да, даже всех мочит, а другой со здоровым дерется, например. Destroying the city. Avil, you must stop them. Так, ребятки, тут вон еще здоровый монстр. Мы не будем затягивать это видео, и так уже больше получаса, да, уже 40 минут. Давайте на этом мы закончим. Я не хотел эту миссию целиком проходить. Вот. Вроде интересно, и вроде что-то какая-то геморройная кривоватенькая игрушка. Так что у меня пока такое двоякое чувство. Как вам, ребят, пишите в комментариях. Интересно было бы смотреть ее на стримах прохождения. Потому что я чувствую, она такая будет довольно попу-пригарная, короче, как мне кажется, игра. Вот, но в любом случае, кому нравится, 10 апреля релиз Extinction. Покупайте, заходите в магазины, где на ваших платформах, на которых вы пользуетесь. А на этом у меня все, с вами был Анидзука. До новых встреч!